находимся в студии «Позитив», которая любезно согласилась помочь нам со съемкой фотосессии для «Старого мельника». «Старый мельник» — это он находится в категории супер-премиум пива, поэтому решено было делать для него именно такую фотосессию в подарочной коробке. Подаем несколько сортов этого пива, которые лежат в колосках, очень красиво, в традиционной коробочке. Сегодня у нас непростая съемка. Снимаем пиво «Старый мельник». Над проектом довольно-таки хорошо потрудилась креативная группа рекламного агентства. И чтобы нам его выполнить, для этого мы задействовали очень много департаментов. В течение 2 часов наша команда трудится, чтобы выложить правильную композицию, чтобы бутылочки лежали на правильном уровне, чтобы каждый колосок, который находится в этой коробочке, выглядел красиво и рекламно. Пока в студии еще светло, пока еще трудятся наши стилисты, можно кое-что рассмотреть и увидеть. Но буквально через полчаса я обгорожу полностью все черными флагами, всю композицию, выключу свет в студии, и мы практически ничего не увидим, только финальную карточку уже на выходе через некоторое время. Самое сложное — это дизайнерский процесс. Мало еще отснять все красиво, надо еще грамотно, чтобы ребята с правильными руками все это сложили в одно общее и целое.